Больше всего меня удивило состояние тел погибших. То есть при столкновении с землей корпус самолета был сильно поврежден. Хотя мне кажется, что когда лайнер падал, он был практически целый. Большая борозда, которую самолет прочертил, указывает на то, что он рухнул не вертикально, а столкнулся с землей горизонтально, то есть в положении полета. Мы с коллегами сошлись на том, что снаряд не попал в несущую часть самолета. То есть после удара самолет летел до земли. Лично я считаю, что снаряд ударил в заднюю и боковую части судна.